Со следующего года госуслуги обойдутся на 30% дешевле, но только если оформлять их в электронном виде через портал госуслуг. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в налоговый кодекс. Также текст новой редакции статьи теперь не содержит условия о необходимости получения результата услуги в электронной форме. Федеральный закон вступит в силу с 1 января следующего года.